В рамках 71-го кинофестиваля в Каннах состоится премьера фильма «Хан Соло. Звездные войны». На больших экранах спин-офф появится 25 мая, однако в Каннах киноновинку покажут за 10 дней до официального релиза. Сюжет предстоящего фильма из серии «Звездные войны» повествует о космическом контрабандисте Хане Соло, известного по оригинальной трилогии. В картине покажут предысторию героя популярной саги, расскажут о его межгалактических приключениях на корабле «Тысячелетний Сокол» и о его знакомстве с другим немаловажным персонажем Вуки по имени Чубакка. За постановку отвечает оскароносный режиссер Рон Ховард «Игры разума». Среди актеров такие имена, как Вуди Харрельсон, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Эмилия Кларк, «Игра престолов», Пол Беттани, Даг Виль и многие другие. В роли Хана Соло – молодой американский актер Олден Эренрайк Джасим. В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Фильмом открытия фестиваля станет испаноязычный триллер «Все знают Асгара Фархада».